только что наслушалась Мириам Фар из кафе. Всем привет из Азахемы. Матерые ребята. Мальчики в белом, девочки в черном. Азахема, конечно, не настолько густая селена, как Дубай. Но тоже кое-что имеется. Первые дни у меня обычно напряженные, нужно купить все. Я вроде здесь ближайшие 3 месяца. Буду выступать в ливанском ресторане Аль-Джазира. Такой дядя модный. В тубе. И в кепке. О, привет. Тушка, в супермаркет. Покупай себе шампуни. Для начала. Увидимся.